Apple ID – это главная учетная запись, которая есть на каждом iPhone, потому что она обеспечивает работу самого телефона и сервисов Apple, которые вы можете использовать на том же iPhone. Но если вы купили БУ iPhone и прошлый владелец не вышел из учетной записи Apple ID, то тут есть небольшая проблема. Дело в том, чтобы выйти из Apple ID, нужно ввести пароль от учетной записи для подтверждения данного действия. И, соответственно, если пароль вы не знаете, то и выйти с учетной записи Apple ID вы не сможете. В этом видео хочу показать программу, которая позволит выйти из Apple ID и решить другие проблемы, которые могут возникнуть с паролями на iOS-устройствах. Программа называется iToolab Unlock Go, и давайте посмотрим, как приложение работает. Буду рад, если поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал. Скачать приложение можно с официального сайта. Ссылка будет в описании к видео. Здесь на сайте описывается, что умеет делать данная программа. И, кстати, можете видеть, что поддерживается iOS 17. И то есть все последние модели iPhone тоже должны работать с данной программой. Но более детальная информация по поддержке устройств есть на сайте. Так что по ссылке в описании можете перейти, со всей этой информацией ознакомиться и загрузить приложение под Windows или Mac компьютер, смотря какая у вас операционная система. После установки вы запускаете программу, и мы видим плитку разных опций. Тут у нас есть убрать пароль экрана блокировки на нашем устройстве, убрать Activation Lock, Unlock Apple ID, это как раз то, что нам нужно. То есть, чтобы убрать Apple ID с устройства, нам понадобится эта опция. Также вы можете выключить, найти iPhone, используя это приложение, убрать пароль экранного времени и обойти удаленное управление устройством. Так как наш сценарий, мы хотим выйти из учетной записи Apple ID на iPhone, поэтому для этого выбираем функцию Unlock Apple ID и подключаем наш iPhone к компьютеру, чтобы приложение распознало наше устройство. Здесь нажимаем кнопку Unlock Now и подтверждаем следующие шаги, а именно, что у нас включен пароль на экране, это важно, поэтому включите его и нажимаете Yes. Дальше подтверждаем, что включена двухфакторная авторизация. После этого приложение распознает наше устройство, и нам нужно скачать последнюю версию iOS, которая доступна для нашего iPhone. Нажимаем на кнопку Download и ждем, пока загрузится прошивка. После загрузки у вас будет снова синяя кнопка Unlock Now, нажимаем на нее. И начнется процесс перестановки системы, который выглядит как обычное обновление. И этот процесс уберет Apple ID с нашего устройства. После включения iPhone вам его просто нужно будет настроить, ну и следовать инструкциям, которые будут дальше внутри приложения. Дальше в настройках не будет учетной записи Apple ID, и вы сможете использовать свою. В общем, вот так работает приложение. Ссылка на эту программу будет в описании к видео. Как я и говорил, оттуда можете загрузить приложение, знакомиться с подробной информацией, поддерживает ли программа ваш iPhone и что умеет делать приложение, можете ознакомиться в тексте. На этом все, ребят. Буду рад, если поддержите видео пальцем вверх. Также пишите в комментариях, помогло ли вам это приложение убрать учетную запись Apple ID с вашего iPhone. Буду рад пообщаться с вами в комментариях. На этом все. Пока.